привет. Ира, привет. Добрый день. Ну, Ира наконец-то нашла свои билеты. Да. Теперь можно сидеть спокойно. Надеюсь, что хранила. Смелее, товарищу, в ногу. С праздником всех. Во, говорят, Зина уехала в Москву. Добрый день, с праздником вас всех. С праздником всех. Добрый день. Здесь целая делегация льного комбината. Ну, ребята. То есть, значок взял. А я ничего не взял. Привет! С праздником! Вы готовы? Да. Как всегда готов. Я не искала, не знаю, кто там собирался. В прошлый раз Вишняков был. Вишняков? Он где-то сейчас забыл. Здравствуйте, с праздником. Спасибо. Здоровья вам. Ты почему на гидбригаду не пришел? Архипов виноват. С праздником тебя. Благодарю тебя. Добрый день, с праздником. Володя, привет! Саша, привет! С праздником! С праздником тебя! Ты личным спасибо. Корреспондентом? Не, общественным. Иван Иванович, здравствуйте! С праздником! А я думал, где ты, Иван Иванович, делся? Здоровья! Вы пунктуален! Нашли меня в Минске и говорят, слушай,
болеть кончаю. Ну вот я и кончусь. Молодцы. Ты довольна с тем столом, Тинья? А я еще не знаю, какой у меня стол. Подожди. Тебе никто не позвонил? Нет, позвонили. Я знаю, что очень хороший стол, Надя. Здорово, добрый день. С праздником. С праздником. С праздником. Слава, добрый день, с праздником. Приветствую. Рад видеть и приветствовать тебя. Очень рад вас видеть. Здоровья. Добрый день, Костя, с праздником тебя. С праздником вас, так. Александр Иванович, добрый день, с праздником. Спасибо, да. Тебе доброе. Всех благ. Добрый день, с праздниками, здоровья. С праздником, спасибо. С праздником. Еще. Еще раз. Ну, заврались? Кто кому? Добрый день, с праздником. Привет, Илья. С праздником. Люда, привет, с праздником тебя. К оркестру чаю. Наташа, а где Ванька? С праздником, Андреевна. Здоровья. Комсомолом гордится страна, и горят, как рассветы большие, боевые его ордена и его ордена трудовые.
почтим, пусть вместо павших памятники встали, стоять в веках, им вечно быть живым. Страна восставала из руины пепла. Центральный комитет комсомола позвал молодежь на восстановление городов. Верит в Бога, кто-то в высший разум и внеземные цивилизации, кто-то верит в родителей и нравственность, кто-то в родину и свой народ. Люди старшего поколения верили, а многие и сейчас еще верят в справедливость, равенство, братство, слов, те идеи, которые провозглашал комсомол. И сегодня мы собрались в этом зале, чтобы отметить 85-летний юбилей комсомола. Юбилей вашей молодости, юбилей ваших надежд, юбилей мудрости, отваги и настоящей дружбы. С праздником вас, дорогие друзья! С юбилеем Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи! Привет, друзья! Готовясь к проведению этого торжественного мероприятия, посвященного 85-летию комсомола, изучая историю городской комсомольской организации, я для себя отметил, что в нашем городе была очень сильная комсомольская организация. У нее было сильное комсомольское ядро, и у нее были энергичные лидеры комсомольской организации. Многие люди, которые здесь присутствуют, пройдя школу комсомольского актива, стали руководителями предприятий, организаций, учреждений и государственной власти. Я с благодарностью отмечаю то, что эти люди передают свой опыт, все, что у них было пройдено на их этапе. Я с благодарностью выражаю слова благодарности Эдуарду Эдуардовичу Новоголскому, Александру Ивановичу Калуге, Базаревой Ирине Петровне, Горнович Людмиле Михайловне, Зербоед Наталье Петровне и много-много людей здесь сидящих, которые помогают в силу своей деятельности по воспитанию молодежи или же просто приходят оказать какую-то помощь или же идейную, или же моральную, или же материальную. На долгие годы оставались такими молодыми, энергичными, чтобы вы свой потенциал никогда не могли потерять. С праздником всех и успехом! Удалось нашему врагу затоптать комсомол! Не удалось и не удастся! Я, конечно, должен сказать много хорошего о комсомоле, потому что не только моя, а и других юность, самые лучшие годы наши связаны с комсомолом, с его боевой жизнью. И вот если вы говорите, что вас вдохновляло, так я скажу, что солдат вместо этого газа прибора, сумки носил, как закалялось так.
себе. И нам приятно отметить, что лучшие традиции комсомола продолжаются. Никто не забыт и ничто не забыто. Мы время тоже не теряем и туризм изучаем, и готовы прямо сейчас на состязание вызвать вас. Туристы, которые заслуживают ваших аплодисментов. С тобою по земле мы походили, и в лодке не один порог прошли, и прибу на двоих разъем курили, когда на них Кавказки мы взошли. Тебе одной меня судить, тебе одной благодарить. Команда молодости нашей, команда, без которой нам не жить. Тебе одной меня судить, тебе одной благодарить. Команда молодости нашей, команда, без которой нам не жить. А сколько съели мы с тобой душонки, ну а кедов сколько мы нашли. А где, скажи, дружище, эти девчонки, чтоб к горизонту вместе с нами шли? Тебе одной меня судить, тебе одной благодарить. Команда молодости нашей, команда, без которой нам не жить. Тебе одной меня судить, тебе одной благодарить. Команде нашей вместе с нами дети, и рядом с ними сердцу не стареть. Дай Бог с людьми хорошими им встречи, дай Бог, как мы, туристам заболеть. Тебе одной меня судить. Давайте все вместе поддержим. Тебе одной благодарить. Все вместе. Команда молодости нашей, команда, без которой нам не жить. Тебе одной меня судить. Тебе одной благодарить. Команда молодости нашей, команда, без которой нам не жить. Команда молодости нашей, команда, без которой.
школа комсомолов, кто юность провел в этой массовой общественной организации, что-то большое волнение. Я вот понимаю атмосферу зала, такую трепетную, волнительную, когда все хотели быть в этом зале. И сегодня мне Галина Трушина говорит: «Вы меня забыли». Я говорю: «Галина, мы не забыли тебя. Ты сама должна была здесь, а я здесь». Поэтому я хочу сказать всем, что мы все волнуемся, переживаем. Я помню те встречи, которые проходили, и когда были вот этот зал и другие залы наполнены молодежью, и проходили наши уважаемые ветераны, а в то время были основные участники войны, и мы ими гордились, и мы, так сказать, на них равнялись, и сегодня уже получается, что и мы ветераны, то, естественно, ну, как-то чувство волнения большого происходит. Я хочу, пользуясь случаем, вспомнить, что вот те годы, это годы были такого массового соревнования ударничества. Это были комсомольские молодежные отряды, это были ударные комсомольские стройки, это были наши стройки третьего очередного комбината. Мы строили, помогали, точнее, строили построители, а комсомол свои отряды посылал молодежь, управление магистральным газопроводом, инструментальный завод. Мы открывали вместе с старшим товарищем, естественно, и это было волнительно. Сегодня обращаюсь к нашей молодежи, чтобы они помнили, что каждое поколение оставляет свой значимый след в нашем обществе. Мы искренне хотели бы, чтобы наше молодое поколение помнило о том, что прошли предыдущие, брали то хорошее, позитивное, что было в нашей жизни, в свою протестную деятельность. И еще хочу всем вам передать искренне поздравления. Не смог приехать Владимир Лебрович Новацкий, он готовился, он нам помогал, он, свидетельство, так сказать, здесь нас поддерживал и материально, и морально. Вот бывший наш второй стратегический комсомол. Он просил вас всех поздравить и всех вас сказать, что он помнит всех вас. И мы все вас любим, желаем вам успехов и доброй жизни. Кто за то, чтобы считать, что комсомольская закалка, комсомольский энтузиазм, молодость и энергия не иссякли у комсомольских активистов города Орши, прошу проголосовать. Единогласно. Мы очень рады присутствовать на этом торжественном мероприятии. От нас лично мы хотим поблагодарить за все то, что вы для нас сделали, для нашей молодежи. Нам, конечно, сейчас немножко тяжело, но я думаю, этим и отличается наша молодежь, чтобы она всегда справлялась с этими трудностями. Мы желаем вам крепкого здоровья, счастья и успехов в этой жизни. Мы гордимся тем, что в архиве города Орша сохранилось знамя Оршанского горкома комсомола. И сейчас я попрошу всех встать для вноса знамени. Лиговой Олесе. Давайте мы всех поздравим наших новоступивших в ряды Белорусского республиканского союза молодежи и пожелаем быть достойными этого высокого звания. И так, чтобы вот та атмосфера, которая сегодня присутствует сегодня в наши сердца в этом зале, она на всю жизнь была в их. Всего доброго. Больших и маленьких делах.
трудных, и прекрасных, когда в сердцах ваших горят, во взгляде вашем ясно. Когда и в песнях, и в делах, и в жизнь, и в не забыться, мы вами, комсомольцы той поры, будем всегда гордиться. Значит, несмотря на отсутствие фаты, моря шампанского, праздничного торта, молодежь эти годы была счастлива? Однозначно скажу «да». Потому что это был 56-й год, сами понимаете, февраль. Да? Я вам должна сказать, что комсомольцы все сделали для того, чтобы это хотя бы бедная свадьба, но была веселая. И какая сегодня исполнялась та песня, которая была нашей свадьбой. «Ой, ты зима морозная». Ночь, конечно, звездная, скоро ли ты приедешь, вот в этот целинный край. Я должна сказать, отсутствие фаты и всех свадебных атрибутов не помешали нам с комсомольцем Анатолием создать прочную семью, которая и сегодня живет и здравствует так. Выращены дети, имеется четверо внуков, и жизнь продолжается. Комсомолу мы обязаны многим. Дай Бог молодежному движению крепнуть и расти. Взять все традиции наших лет и приумножить их. И пусть нам всегда светит мир, счастье и доброта. Ирина и Саша совсем недавно в прошлые выходные вступили в брак. Я думаю, что сегодняшний день будет для них тоже такой же незабываемый, потому что их законным браком поздравляет председатель Оршанского горисполкома Шабаталов Валерий Иванович и все гости, присутствующие в этом зале. Дорогие, милые благодарны, я присоединяюсь ко всем тем словам, которые были сказаны вам в прошлый выходной. Все эти ближайшие дни хочу пожелать, конечно же, счастья, конечно же, благополучия, взаимопонимания, а самое главное – любви. Любви во всей жизни. И сегодня такая благодушная атмосфера в зале, что мне не терпится. Можно я похулиганю? Можно? Помогите мне, пожалуйста. Молодым горько! Большим трепетом, волнением на сцену поднялись сейчас, ведь этот праздник, без сомнения, стал очень близким для всех нас. Наши молодость и юность с комсомолом вместе шли. Это лучшие из лучших были в жизни наши дни. Лобастый и плечистый, от съезда к съезду шел наш боевой и славный рабочий комсомол. С нелегкой той дороги, с любимой той земли, сторонку лжепророки его не увели. Веселый и безусый, по самой сути свой, пришелся он по вкусу отчизне трудовой. Что такое комсомол? Это воля твердая. Что такое комсомол? Это сердце твердое. Это совесть и глаза, будто небо синее. Это руки мастеров, молодые и сильные. Что такое комсомол? Это парни бравые, надежные, умелые. Потому что комсомольцы должны любить.
Thank you.
Давайте.